Вот наш вид с яхты. Такой вот видок у нас. Эта яхта офигенная. Эта яхта называется Friday. А вот там через одно стоит еще наш Sunseeker. Мы называем ее по-своему, что это вот Friday, это одна из средних яхт, на которой мы находимся. Почему ты такая красивая? Спасибо, конечно, большое вам за комплимент. Но я считаю, что все девушки красивые по-своему. Ты болеешь? Нет. Я не болею. Нет, наверное, мы сегодня никуда не собираемся, потому что, ну, честно говоря, лень куда-то ехать на автобусе, была бы своя машина, то да. Так мы решили побыть дома, покайфовать. Нет, я не курю. У нас половина... Сейчас чихну, извините. Уже не чихну. Время у нас половина четвертого. Так. Зайди в директ, я тебе там скинула слив про Барышева. Да все, я это уже знаю и без вашего слива. Поэтому... Так, дальше. Алиночка, вчера смотрела, как ты поешь. Ты такая харизматичная. Спасибо. Блин, кстати, люди, кто смотрел этот эфир и может мне прислать моего, видео моего выступления, я была бы только вам очень благодарна, потому что я хочу посмотреть. Чем красить брови? Брови крашу краской или карандашом. А кем работают твои родители? Мама у меня работает... Блин, что за фирма? Не знаю, короче, как вам объяснить, помощница. Ну, как сказать... Честно, я не могу правильно назвать ее, кем она работает. Вот. Папа у меня инженер. Классно, хочу на остров. Ну, классно, конечно, на острове, но я никому не посоветую тут торчать больше полугода. Рост мой 163, вес 47 примерно. Долго быть на острове, видимо, не айс. Конечно же, не айс. Когда вы еще в замкнутом пространстве, когда вы не можете делать то, что вы хотите, и видеть своих родных, это, наверное, большой минус. Во-первых, скучаем, да, дико по родным. Как мама без меня скучает, это тоже это жесть. Это линзы? Нет, это фильтр. Кушай, кушай, очень рада, когда у тебя есть аппетит. Спасибо тебе, Наташа. Да, короче, мы решили мясо потушить, типа а-ля пасту сделать. Ты знаешь, я тебя ненавижу с того времени, когда ты сосала с Ромашовым, хотя знала, что у нее есть девушка, знала, что Юля его любит. Почему как дешевка ты поступила? Ты знаешь, что ты своей ненавистью можешь закрыться в туалете и смыть сливной бачок. Вот. Это раз. Во-вторых, не сосалась, а целовалась. В-третьих, Юля тогда еще не была девушкой Ромашова. Ну а дешевка ты, наверное, можешь назвать себя, ибо только конченые тёлки или как конченые девки могут таким сленгом общаться. Так. Вы уйдете с проекта? Честно, пока еще ничего сказать не могу, потому что сама ничего не знаю. В Казани была? Алло, народ, я в Казани жила. Что у меня с мясом? Да, вы домой, неизвестно. Ну, вообще, должны в конце сентября. У меня еще скоро день рождения. 14 октября мой день рождения. Мне исполнится 26 лет, прикиньте. Вы представляете, я скоро повзрослею еще на один год. А, так изменилось, совсем другая была, пока в Казани жила. Возвращайся. А, обязательно вернусь.
Ну, все люди меняются с возрастом. Конечно же, и я поменялась. Устала. Я же говорю, очень влияет обстановка и все то, что где ты находишься. Здесь, на острове, на меня дико влияет все происходящее и, в принципе. Известно, когда Ромашова отправляют в Москву? Нет. У Ромашова там, так скажем, новая история намечается, поэтому... Ну, там все кайфово. Когда отправят его в Москву, я не знаю, честно. Была она, была. Ну, наверное, Олеся, Микки, ты больше знаешь, кто был, кто не был. Мне, честно, похуй на тебя. Поэтому, давай, до свидания. А за оконченный ему адрес тебя, как бы так сказать, ладно, не буду тратить на тебя свое время и на таких конченых людишек, как ты, поэтому давай, съебись отсюда. Та-та-та-та. Почему фан-аккаунт перестал выкладывать нарезки? Честно, я не знаю, почему. С этим я не разговаривала. Недавно вообще я узнала, что одна моя фан-страница вымогает деньги, говоря, что это я, то есть выдавая себя за меня. Поэтому я немножечко удивлена. Мне тут написали жалобу несколько человек, что отправили деньги, думали, что это я. На самом деле это оказалось не я. Вот, поэтому сейчас я с ними веду диалог о том, чтобы они обратно отправляли деньги, которые им прислали люди. Почему все, кто улетает с острова, покидают Дом 2? Ну, так сложилась ситуация. Остров чистит. И что сейчас пожрете и будете валяться весь день? Ну, во-первых, мы не пожрем, а покушаем. Будем смотреть фильм. Дальше я не знаю, может, пойдем погуляем. А ты свой сленг слышала? Позор Татарстана. У меня прекрасный сленг. Я хорошо общаюсь с теми людьми, кто этого достойна. А с такими людьми, как, например, предыдущая особа, я общаюсь на ее языке. Не вижу смысла. Как говорится, я отражаю отношения людей в их сторону, так скажем, зеркалю. Вот. С нормальными, адекватными людьми я прекрасно общаюсь и больше, чем. А вот с такой шкуротой общаюсь на их языке. Купины теперь ведущие, да. Фрукты или овощи? Ну, в принципе, я люблю и овощи, и фрукты. Сегодня, кстати, впервые за полгода я поела клубнику. У тебя чистая кожа? Ну, не знаю. У меня есть, видите, от ветрянки высыпания. А так прыщей нету. Слава богу. Уходить решаете вы сами или вам предлагают? Ну, кому-то говорят, что... Кого-то просят, кто-то сам решает. Захарьяш на острове. Что за глупость, куда он ушел? Ира, Ирина с Димой помирились? Да. Ирина с Димой помирились. Мне так нравится, как ты посылаешь таких дур, которые пишут такую гадость. Нет, честно, я бы хотела общаться со всеми адекватно и на лайте. Но если есть вот такие вот немножечко ёбнутые, так скажем, больше никак их не назвать, не буду же я с ними разговаривать на вежливом языке. Если им нравится такой сленг, то пожалуйста. Те, с кем я общаюсь, даже со своими фанатами, так скажем, подписчиками, я общаюсь ровно, адекватно. А те, кто пишет такую гадость, ну, получайте в ответ, что я еще могу сказать. Ой. Никита ушел в магазин. Сейчас должен скоро уже прийти. Никита, у вас уже хорошо. Короче, честно, сейчас будет неделя эфиров очень интересных. Мы там и разъезжались, и расставались. Очень интересная. Короче, эмоциональная неделя. Честно, все конфликты происходят только по причине того, что уже каждый
заколебался, так скажем, на острове. Уже дико устали здесь находиться. Поэтому... происходят эмоциональные сбои. Вот. Что за манера? Кто теперь ведущий? Теперь будет Купины. Ну, похоже, Сена Шафеева. Нет, Сена Шафеева мы абсолютно не похожи. Мы совершенно разные. Ой, с эпиляцией здесь все очень сложно. Все очень сложно. Поэтому я уже пришла к помощи станков, так скажем. Ужасная херня, но ничего. Ладно, пошла я готовить, то, короче, у меня тут уже все, так скажем, подкипает. Ничего не могу сделать, потому что веду сейчас с вами эфир. Поэтому давайте зайду позже. Всех люблю, целую. До свидания.